Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня играем на Родина РП Центральный Округ. У них здесь Кирилл Подбулови. Не забывайте вводить моник при регистрации. Если вводите моник и прокачать третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также можете вводить мой промокод. Мой промокод хэштег Кирилл Ютуб. Его нужно вводить на 6 уровне, за него получите очень хорошие плюшечки. Но сегодня, пацаны, новое видео, и я хочу как бы поработать инкассатором, потому что много платят как бы. Там можно за час заработать там около миллиона примерно, поэтому сейчас я поеду, нужно будет заплатить за вот эту квартирку, которую я купил, потому что я не хочу, чтобы она у меня слетела. Бабки у меня в принципе есть, чтобы оплатить, поэтому сейчас поедем в банк, оплатим, потом поедем, скорее всего, устроиться на работу, потому что я устроен на работу дальнобойщика, а нам нужна именно работа инкассатора. Поедем в Арзамас, в принципе, и можно будет уже поработать. Как всегда, фризы, в принципе, в Южном, я не знаю, с чем это связано. Возможно, кто-то знает, пацаны, пишите в комментариях. Может, как-то выделение памяти надо поменять, либо еще что-то, потому что у меня постоянное подвисание в Южном. Так, пацаны, все, я как бы прибыл в банк. Давайте оплатим все наши машины, чтобы они у нас потом не слетели. Так, Мустанг оплатим. И давайте платим еще, получается, крузак. Так, и оплатить налоги за квартиру. Короче, пацаны, у меня тупо зависла игра. Я не знаю, за чего. У меня просто ебанутые фризы. В Южном прям конченые просто. Я в выделении памяти поставил 1024, а до этого стояло 768. И вроде бы, фризы ушли. И я надеюсь, ушли не навсегда, потому что, блядь, у меня тупо игра зависла, нахуй, понимаете? Мне пришлось комп перезаружать. Поэтому сейчас мы берем снова машину, я оплатил налоги, и мы поедем, короче, устроимся на работу инкассатора. Пацаны, о чем я вообще говорил, потому что там полвидоса не записалось. Я хочу в следующем видео уже пойти во фракцию, но в какую фракцию идти, я, честно говоря, не знаю, типа, ну, посоветуйте мне в комментариях. Я склоняюсь больше всего к армии, потому что, ну, чтобы пойти даже в ППС, ДПС, нужен военный билет. Скорее всего, мы пойдем в армию, и там я буду снимать какие-то будни, потому что я сейчас не знаю, что можно поснимать на родине, поэтому пишите в комментариях, в какую фракцию мне пойти. Я больше всего склоняюсь в армию пойти. Я особо не люблю криминальные фракции, поэтому скорее всего в армию, наверное, пойдем. Короче, пацаны, я уволился с работы дальнобойщика, теперь давайте устроимся инкассатором. В принципе, работа доступна, это 6 уровня. Теперь, короче, пацаны, нам нужно ехать в Арзамас, потому что работа инкассатора находится и на Арзамасе. Я очень давно когда-то на ней работал, где-то больше года назад, и вроде бы как там хорошо платят. Поэтому... Все, пацаны, мы уже подъехали, получается, к банку Арзамаса. Здесь вон стоит машина инкассатора. Кстати, здесь, сука, много людей как-то работает. Смотрите, много машин забрали. Тупо все машины поразбирали, там одна машина осталась, и здесь тоже нет, а вон еще она стоит. Короче, людей, я так понял, здесь много работает, поэтому давайте я тут машину припаркую свою. В принципе, сейчас пойдем устроимся. Какой-то долбоёб меня дэймит, ебать. Делать ему нехуй, походу. Ебланище, сука. Ну, видели, я просто вышел, меня расстрелял, типа, блядь. Давайте устроимся инкассатором. Какой-то еблан реально просто. Пошлите, короче, получается, возьмем машину. Вон она стоит. И сейчас попробуем поработать. Но реально таких людей не понимают, типа, блядь. Я просто приехал, он взял меня, расстрелял, типа, ну. Нам нужно заезжать на вот эту метку, в принципе, и ездить по банкоматам. Так, загрузиться. Так, вон, банкомат у нас первый, в принципе, рядом находится, поэтому далеко не придется ехать. Так, и вот мы нажимаем пополнить банкомат, в принципе, и все, отлично. Теперь нам нужно ехать к следующему банкомату. Кстати, я был неправ, у нее максималка 116, но разгоняется она настолько медленно, что это просто капец. Мне кажется, от ее разгона просто можно уснуть, потому что набирает она эти 116 прям очень медленно. Ладно, у нее максималка 116, но у нее вообще разгона нету, понимаете? Ну, никакого даже разгона нету, и на ней сложно работать. Так, пацаны, мне, короче, надо не на Шан, а в Горель. А в Горель, блядь, разве банкомат есть? Вы серьезно? Ну, блин, я бежать не особо хочу, пацаны, поэтому не делайте так, как я показываю, потому что, скорее всего, сейчас меня в деморгом посадят. Блядь. Упс. Вы этого не видели. Я надеюсь, этого никто не видел, потому что я не хочу в Деморган сесть. Я в Деморгане на родине сидел, наверное, ну, больше года назад, реально. Я в Деморгане на родине вообще очень давно сидел. И надеюсь, это будет по сей день, потому что в Деморгане сидеть я не особо хочу. Давайте сейчас, короче, положим бабосики. Все, я положил. И мне дали 24 тысячи, пацаны. 24 тысячи за то, что я два раза просто в банкомат положил деньги. И это реально круто. Кстати, пацаны, я тупанул. Нам можно и в Южный поехать, потому что, как бы, банк находится и в Арзамасе, и в Южном. У меня метка как раз показывается в Южном. Значит, нам нужно в Южном взять деньги и дальше их разбазить. Работа работает, пацаны, но обед по расписанию. Поэтому сейчас надо похавать, потому что у меня хп крайне мало. Потому что еще и долбоеб меня расстрелял возле банка Арзамаса. Просто так причем. Ладно, если за что-то. Я просто приехал, типа, ну, не успел выйти с машины. Этот хуйло начал по мне стрелять. И поэтому у меня хп маловато, конечно.
Бля, чё так сложно все, пацаны? Чё такой тупой? Вон тоже еще один инкассатор поехал, кстати. Тут еще мусора катаются. Вот еще один инкассатор, машина стоит. Короче, я так понял, здесь мне нужно загрузиться. Я могу дальше ехать. Окей. Все, я загрузился, теперь мы можем ехать дальше. И мне пиздошить аж в Арзамас. А, не, не в Арзамас. А да, в Арзамас, блять, на вокзал. Вот мы, короче, получается, банкоматик. Я думал, это на вокзале находится, это находится в деревушке, почти около вокзала. Пополнить, все, пополнили. Я получил обратно 24 тысячи, пацаны. Бля, просто за 5 минут 24 тысячи получаешь, пацаны. Реально, я потратил 10 минут и заработал уже 48. 8 тысяч. Но думаю, смысла нету дальше работать, пацаны, потому что я уже вам показал принцип этой работы. Вы можете либо два раза поехать, либо поехать один раз. Чем меньше денег в банкомате, тем меньше вам нужно ездить. То есть вы приехали, положили все бабки, вам сразу заплатили. Вы можете разделить как бы это на два рейса, типа там в один банкомат заехали, во второй. Мне кажется, это очень круто, просто, блин, я реально с Южного где-то, ну, минут 5 ехал. За 5 минут просто заработал 24 тысячи, и мне кажется, это очень круто. Реально очень прибыльная работа. Всем спасибо за просмотр. Пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод, вводите мой ник при регистрации, и всем пока-пока.